От хоккея к футболу. Чебоксарский стадион «Спартак» станет одной из тренировочных площадок грядущего чемпионата мира по футболу в 2018 году. Уже сейчас начата его реконструкция. Каким предстанет обновленный комплекс перед болельщиками и игроками, узнавала наша съемочная группа. Еще недавно на этих трибунах собирались любители спорта, а сейчас вовсю идет демонтаж кресел. Стадион «Спартак» ждет глобальная реконструкция. Договор с подрядной организацией заключили недавно, но она уже приступила к выполнению своих обязательств. Мы тоже будем вести строительный контроль, но в то же время сейчас идет процедура заключения контракта на технический надзор со стороны ФИФА. Это арена 2018, которая определена в соответствии с федеральным законом. Они будут вести технический контроль, и все приемки выполненных работ будут производиться вместе с ними. Деньги выделяются с федерального и республиканского бюджетов. Общая сумма контракта около 134 миллионов рублей. 55 из них должны быть освоены в этом году. В рамках реконструкции запланировано строительство двух раздевалок для футболистов, где предусмотрен душевой медкабинет, а также массажный кабинет там будет. Они с объемом по 100 квадратов каждый должен быть по требованиям. А также у нас в административном здании на третьем этаже будет конференц-зал. Это для встречи с футболистами, для проведения конференции и так далее. Но это не все нововведения. Центр притяжения спортивного комплекса – футбольное поле. По требованиям ФИФА его поверхность должна быть абсолютно гладкой и ровной. Здесь, на «Спартаке», высадят натуральный газон. Он будет лучшего качества, чем сейчас. Установят растительную и дренажную систему. Все для того, чтобы игроки могли тренироваться в максимально комфортных условиях. Все ремонтные работы должны быть завершены до 31 июля 2017 года. Реконструкция стадиона – значимое событие не только для футбольных болельщиков, но и для всех любителей спорта. Мест, где можно покорять новые высоты в столице Чувашии, станет больше. Татьяна Леонтьева, Расиль Мухаметов, Республика.